Здравствуйте, с вами учитель математики Нина Владимировна. И сегодня мы рассмотрим, как решать задачи на проценты. Для начала вспомним, что процент – это сотая часть числа. Соответственно, все число составляет 100%. Задача из открытого банка. Магазин закупает цветочные горшки по оптовой цене 90 рублей за штуку и продает с наценкой 30%. Какое наибольшее число таких горшков можно купить в этом магазине на 1000 рублей? Итак, первоначальная стоимость горшка 90 рублей. Соответственно, это и будет 100%. Новую цену горшка мы пока не знаем, но известно, что наценка 30%, следовательно, 100 плюс 30, то есть его стоимость будет составлять от начальной 130%. Итак, мы с вами составили пропорцию. Для того, чтобы найти стоимость горшка, воспользуемся основным свойством пропорции. Произведение крайних членов равно произведению средних членов. То есть 90 и 130 крайние члены, там, где нет неизвестного, мы перемножаем. И делим на тот член, который находится накрест с х. Произведя вычисления, мы получаем, что один горшок стоит 117 рублей. Далее нетрудно понять, что нужно 1000 разделить на 117. И мы получим, что таких горшков можно купить 8. Ответ задачи 8. Переходите по ссылке под этим видео и получите полезную информацию о подготовке к ЕГЭ по математике. А также смотрите видео на этом канале.